Как говорят американцы, мы всегда придем к суверенной миссии. Как говорят американцы, о чем бы вам ни говорили, речь идет о деньгах. Без денег, я повторю еще раз, не потому что я меркантильный, а потому что деньги являются кровью экономики. Когда-то Наполеон сказал, что деньги еще кровь войны. То есть финансы являются вообще двигателем любой человеческой деятельности. Для того, чтобы построить завод, нужны на самом деле не цемент, там, раствор арматуры и рабочий, а нужны финансы, чтобы купить арматуру, нанять рабочих и закупить цемент. И так в любой сфере деятельности мы упремся в это. Андрей Петрович, вот Николай выходит и в сердцах такой говорит: никого, видимо, тут экономика не интересует. Экономика интересует. Но когда речь идет о... Забыли ему сказать, дорогой товарищ из экономики, что впереди-то прибыль будет нематериальной, что впереди-то будет капитализация ожиданий, что впереди-то будет та самая, понимаешь ли, гудвилл, которую перевести можно как добрая репутация или добрая слава. Вот что будет накапливаться, вот где перспективы экономики новой, а не там, где он рассказывал. Спасибо большое. Очень понятно и наглядно. Гудвилл, дорогие друзья, и вот то, что сделал Олег Басаргин и его товарищи, это и есть гудвилл. Образование гудвилла. Мы этим методом моделирования, оно комплексное, то есть решение, оно предполагает под собой капиталообразование для государства, для частных лиц, для физических, для всех, вот, для всех слоев населения, вот, и для государства, как, вот, ну, как структуры. Оно же создает модель, дает модель нового предприятия, так сказать, народного предприятия, вот, где исключительные права на, ну, какую-то новизну государство оставляет за собой, оно остается в государстве. Вот, но оно как бы перемешивается там, с физическими лицами, там, с юридическими лицами, общественными организациями. То есть создается такая социальная гражданская ответственность участников. И в то же время включает в себя и вот человек, допустим, вписан в эти права, он является миноритарием этой технологии, а он сам ребенок. И вот ребенок, он получает, ну, как бы семья, там, ребенок с детства имеет какой-то доход, который тратит на творчество, реализацию, на образование, на, ну, вот, на создательные какие-то такие вещи. Вот. То есть вот идея-то, замысел-то, он вот такой вот, понимаешь, то есть это можно вписать в эту бумагу ребенка, что мы в принципе и делали. Ну, то есть вот последующие варианты, у нас там вписаны дети, вот, и государство выдает, ну, а признает эти вещи, то есть выдает документы. Вот. А, то есть государство само и финансирует, то есть это закладывается на следующий год в бюджет и выделяются средства на реализацию, на строительство этого завода, там, нового поселения. Вот замысел. Так это замысел. Так вот смотри, когда ты меня спрашиваешь, где твоя ответственность, вот моя ответственность, понимаешь? Вот. Мы сами ответственны за то, чтобы принимать такие стратегические решения, для того, чтобы, ну, удобрять вот свою почву, где мы живем, глубже, глубоко, чтобы создавать, действительно, не ограничиваться вот там, добрыми намерениями прежде всего. То есть ты же это делаешь с психикой доброго намерения, созидательной психикой, вот, без злого умысла. То есть, ну, как бы, а мы же об этом говорили, что
создание благоприятной среды обитания требует искренности и бескорыстности. Совершенно. Ну и что ты дальше? С кем ты поговорил? Кто тебя тут поддержал? Кто тебе? Ну вот я ни с кем на эту тему не разговаривал. Вот, разговариваю с тобой. А все как-то так получается урывками. Кто-то меня спрашивает, допустим, на камеру, там, спрашивает, Старухин там, вот мы приехали, он говорит, чем, ну, думает парень, чем бы его занять, дай-ка я его спрошу. А спрашивают в меру своего понимания. Вписывая государственного участника, а другими словами, даря ему, потому что за все платите вы, только вы. Вы оплачиваете специалисты, которые готовят вам заявку. Вы оплачиваете государственную пошлину и делаете все, и организовываете тоже вы. Вы инициатор этого процесса. Вы инициируете создание частных государственных исключительных имущественных прав. Что вы получаете взамен? Вы получаете государственное свидетельство, государственную охранную грамоту об этих исключительных правах с участием государства. Эта охранная грамота подлежит оценке. И оцениваете вы государственную долю. То есть, оценивая государственную долю, вы монетизируете государственные исключительные имущественные права в вашем партнерстве. И образовываете капитал, образуете. Государство – это мы. Что и как следует понимать под этим тезисом, вот именно вот в этой череде событий? Когда вы образовываете государству имущественные права в партнерстве с ним, государство передает свою долю вам в управление. То есть государство доверяет вам управление того, что вы сами создали, в том, что вы сами понимаете. Имея государственный мандат в управлении государственным имуществом и его развитии, вы приобретаете власть для реализации и внедрения. Кстати, это и есть непосредственная власть народа Российской Федерации. То есть, таким образом, мы создали основание, мы создали товарную массу, имущественные права, которые являются основанием, ну, для вот этих вот бумажек, денег так называемых. И их просто печатают на этом основании, вот столько, вот эту вот оценку. Вот жизнь устроена так, что стереотипы, навязанные в обществе, они очень тяжело преодолеваются. Вот деньги, деньги, деньги. Понимаете, деньги – это просто отраженная стоимость наших возможностей. То есть, если, к примеру, у нас есть лесоматериал, у нас есть строители, у нас есть рабочие руки, у нас есть спрос на жилье, но нет денег.
Так если нет денег, ну, ребята, их надо напечатать. Деньги же это информация. Деньги это информация о том, что у нас есть. Но если у нас все звенья технологического процесса есть, включая потребление, то денег нужно напечатать. Вот по некоторым нашим оценкам, денег в России на сегодня просто нужно тупо напечатать, безинфляционно, ну, по крайней мере, в 10 раз больше, чем они, их сегодня есть в обороте. И инфляции никакой не будет. Хотя этот стереотип о том, что если вы увеличите количество денег, то возрастет инфляция, он абсолютно порочен. Почему? Инфляция возрастет только тогда, когда вы деньги запустите в сферу производства. Но если вы запустите в сферу потребления, но если вы деньги запустите в сферу производства, то откуда же у вас инфляция? У вас был один завод, который выпускал там строительные материалы. Вы построили второй завод, этих строительных материалов стало в два раза больше, они подешевели в цене. То есть чем больше денег вы напечатаете, тем ниже будет инфляция, тем ниже будут цены. Вот если, конечно, грамотно... Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Но вы знаете, очень много тысячелетий эта проблема была ключевой в общественных дискуссиях. И мы знаем... сколько мудрых голов на эту тему думало. В свое время так зародился буддизм, великий наследник одной из богатейших фамилий в Индии пошел в народ и ужаснулся, как плохо живет народ. И он пытался помочь народу, он пытался найти ответ, в чем корень счастья. Как сделать народ более счастливым? Он не нашел ответа, и в результате родился буддизм, в котором ключевая идеология, которую он заложил, это отказ от желания, он не увидел способ реализации этих желаний. Люди хотят быть счастливыми, они хотят реализовывать свои устремления, а способа реализовать все желания не существует. Способ производства, экономический способ производства, о котором мечтал Маркс, еще не реализовался, и поэтому нужно работать. И не факт, что каждый получит эту работу, и не факт, что каждый получит желаемую заработную плату, и не факт, что будет удовлетворен от этого. И при этом, если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, что же мы науправляем? Великий министр юстиции Китая Конфуций начинал как великий демократ, а кончил как человек, который придумал целую теорию конфуцианства, которая создала страты в обществе. Страты. А великие мыслители, такие как Лао Цзы, придумывали свои теории дао, зашифровывая их, боясь донести до простого народа. Один человек все время страдал. Ему было то слишком жарко, то слишком холодно, то много одного, то мало другого. То хотелось кричать от радости, то забиться в угол от тоски. От переживаний его сердце грубело, тело разрушалось, а мысли застывали в его голове. А когда он совсем перестал меняться, смерть пришла и забрала его. Как? Тебе понравилось жить? Спросила смерть. И да, и нет. В жизни есть солнце, удовольствие и любовь. А есть холод, разочарование, боль. Но главное, я совсем не нашел в ней смысла. Смерть усмехнулась. Когда ты уходил к живым, смысл был. Но там ты растерял его. Слушай, я дам тебе совет, как все исправить. Поговори с тремя учителями. Они помогут тебе все вспомнить. После этих слов смерть вернулась мотыльком и... Наступила тьма. Тьма была безмолвной и густой, как камень. Как же страшно и холодно. Я никогда никого не смогу найти в этой липкой тьме. Я ждал тебя! Это был первый учитель, черный бог. Он обитал глубоко внизу и был самой тьмой. Он сказал, что душа человека непрерывно излучает и счастье, и страдания.
А значит, человек и есть первопричина всего. Но только тогда, когда в душе человека царит равновесие, его империей правит свобода. 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 Свобода! Это был второй учитель, белый бог. Он обитал высоко вверху и был самим светом. Он научил человека, что вечность — это сейчас, что будущее и прошлое — это всего лишь разные формы человеческих воспоминаний. Но только тогда, когда человек не живет в прошлом и не убегает в будущее, его империей правит свобода. 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 Свобода! Что ж ты не ищешь третьего учителя? Я ждал тебя. Я хочу рассказать тебе про черного и белого бога. Они говорили об одном и том же, но все же о разном. Так что же они говорили? Они говорили обо мне. Это я выбираю между черным и белым. Я выбираю между добром и злом, действием и бездействием. Я составляю с миром целое, и мы оба наполняем друг друга. Когда я несу в этот мир красоту, он становится прекрасным. Когда я несу разрушение, он становится безжалостным. В этом и есть смысл. Я вспомнил. Что ж, ты нашел третьего учителя. Сказала смерть. Свое. Я! А теперь иди. Расскажи об этом людям. Спираль. Вот, отлично. Спираль. Спираль показывает, что мы понимаем, что вся жизнь и все процессы в галактике, они имеют причинно-следственную связь. И в пространстве мы движемся в галактике по спирали. Это верная подсказка. Конечно. Потому что именно вот этот фрагмент, один из фрагментов, и обрезали у большинства сегодня живущих. Почему люди спят? Потому что они не видят смысла в чем. Если все по кругу, все замкнуто, как белка в колесе, то, конечно, жизнь не имеет смысла. А если ты знаешь, что это спираль, по образу и подобию также сотворены и наши ДНК, и все процессы вокруг спирали видны, то тут ты начинаешь что-то задумываться, что каждый виток спирали, он куда-то к чему. Потому что они понимали, как только все люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. В иудейской культуре каббала, которая давала науку жизни, она 3000 лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую непрепарированную, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на голову, средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Так как в таком обществе жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. И мне кажется, что вы не совсем понимаете, что вы говорите. Юра Светлана, скажите, вы меня поддержите, может быть? Не уверена. Я не... Зашел разговор и о вкладах населения. Если мы с ребятами из правительственного пула решим к вам деньги положить, вы нам сколько процентов заплатите? Это погода. Это зависит от суммы и от срока, на который будет положен депозит. Ну, скажем, мы решили на год положить. Вот эти граждане на год, а мы вот с этими гражданами, которые справа от меня, на полгода.
На полгода ставка будет значительно ниже, я думаю, в районе 5%. Жулики вы просто. Владимирович, мало. Это правда, да. И самое главное, предлагается, у вас много ученых, изобретателей, они подают патенты. В патенты можно вписывать детские дома и дома пожилых престарелых. Таким образом создается новая форма частной государственной собственности. Молодец, умный, вот это, да. Нас не подслушивают? Это все пишется, это мы уже это продвигаем много лет, Олег Базаргин, автор этой технологии, и это позволяет получать имущественные права. Меня зовут Майкл Ренов, США. Господин Путин, вы упомянули санкции несколько ранее и воздействие этих санкций. Каковы ваши мысли по вот этой проблеме? Сразу видно, что вы американец. США, как известно, производят самый главный свой продукт, доллары производят, но мы доллары не производим. И поэтому мы должны действовать очень аккуратно. Правильно? Ну вот, да. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего, ты сильней стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильнее. Кого? Всех. Потому что мы правы. Ведь сила в правде. И вот когда русский человек чувствует, что он прав, он непобедим. Говоришь абсолютно искренне, не для красного славца. Вот если бы мы чувствовали, что мы где-то, извините, нагадили, что-то там поступили несправедливо, тогда у нас всегда все будет на волоске. Потому что нет внутренней убежденности в собственной правоте, а это всегда приводит к внутренним колебаниям, а они опасны. Молчать, терпеть этот хаос. Мы против войны, поэтому держали паузу. Благодарить за то, что нас поддерживают, не забывают. Хочу поблагодарить Союз ветеранов боевого братства и Союз ветеранов города Смоленска за поддержку, которую они нам оказали. Спасибо вам, ребята, большое. Все передадим, все будут довольны. От всей души вам желаю мирного неба над головой. Я плотно подъехал, грузись спокойно. От земли до небес черный дым до свинец, и осколком пробит белый свет, и на вылет свинец прошивает Донецк. А России, России все нет. И горят города, пули рвут провода, разрывается смертью снаряд.
И не умеют назад отходить. Города, они падают там, где стоят. Верит в нас несгибаемый совместных исключительных имущественных прав между Россией и Новороссией в основе нового продукта, новых технических решений в любой отрасли хозяйственной деятельности. Здесь, в этом видео, мы поднимаем тему создания товарной массы между Новороссией и Россией. Что такое товарная масса? Товарная масса – это совокупность имущества, а точнее прав. Что такое деньги вообще? Многие считают, что деньги – это кровь экономики, но это неправильно. Кровь экономики – это товарная масса, как бы так сказать. Вот, вот что такое кровь реальной экономики и кровь любого общества. Нашего центрального банка – это, к сожалению, не саботаж в пользу Соединенных Государств Америки. Если бы было так, то было бы очень просто. Достаточно сменить руководство банка, и все станет на свои места. Все гораздо хуже. Дело в том, что эти действия – неизбежное следствие той экономической теории, которая руководствуется вот уже около четверти века, весь экономический блок правительства Российской Федерации, включая и Центральный банк. Это именно не саботаж, а это вполне добросовестное следование теории. Другое дело, что сама-то эта теория разработана, мягко говоря, не нами и не в наших интересах. Я уже не помню, кто из американских деятелей сказал: есть два вида экономики. Один тот, что вы хотите строить у себя, другой тот, что вы хотите видеть у противника. Так вот, эта теория разработана, несомненно, не в наших интересах. Основные ее тезисы изложены в так называемом Вашингтонском консенсусе. Это свод правил, разработанных развитыми странами для развивающихся, чтобы те не стали развитыми. И вот, в частности, именно Вашингтонский консенсус предписывает бороться с инфляцией путем повышения ставки кредитования, хотя понятно, что если ставка повышается, то это значит, что все, кто берет кредиты, вынуждены платить больше, а значит, вынуждены задирать цены на свои товары и услуги, и тем самым рост ставки кредитования не останавливает, а наоборот подгоняет инфляцию. Но дело в том, что теория, лежащая в основе этого консенсуса, утверждает, что единственный источник инфляции – это выпуск денег в обращение. И все. Хотя на самом деле
существует множество механизмов, позволяющих даже при фиксированном количестве денег в обращении раскручивать инфляцию. Далее, этот же Вашингтонский консенсус предписывает стопроцентное резервирование национальной валюты. То есть, это значит, что объем валюты в обращении привязан не к потребностям этого обращения. Он привязан только к той небольшой части продукции страны, которую та продает за рубеж. И даже не ко всей этой части, а только к тому, что взимается в виде налога с этой продажи и таким образом поступает государству. В принципе же, любая валюта должна быть обеспечена на самом деле теми товарами и услугами, которые можно купить за эту валюту напрямую, не конвертируя ее в какие-то иные платежные средства. Беда нашей экономики в том, что мы неправильно понимаем сегодня устойчивость нашей валюты в целом. Устойчивость валюты обеспечивается исключительно и только реальной товарной массой, которая производится в стране, и той добавленной стоимостью, которая в стране создается. И, скажем, доллар сейчас обеспечен всеми товарами и услугами, обращающимися на мировом рынке и оплачиваемыми в долларах. Но там и речи нету о том, чтобы считать доллар обеспеченным только золотым запасом Федеральной резервной системы. Наоборот, в 1973 году президент Никсон официально отвязал доллар от каких бы то ни было резервов и пустил его в абсолютно свободное плавание. Вот. Именно потому это стало возможно, что валюта реально привязывается не к золоту и не к другим валютам, а к собственным товарам и услугам. Еще раз повторю, дело тут не в злой воле кого-то из руководителей Центрального банка или, скажем, Министерства финансов. Дело именно в той теории, которой они руководствуются, и в том своде правил, который разработан на основе этой теории и признан обязательным для всех наших экономических властей. То есть нет смысла менять конкретных руководителей, а нужно менять именно теорию, лежащую в основе нашего хозяйства. Насколько я знаю, новая теория применительно к современным реалиям разработана отделением экономики Академии наук под руководством академика Глазева, но на публикацию программы действий, вытекающей из этой теории, правительство ответило попыткой уничтожить академию. Но, опять-таки, я не думаю, что тут ключевым звеном было желание раздербанить имущество академии, хотя это желание тоже присутствовало. Главное тут это как раз стремление сохранить в неприкосновенности ту теорию, в рамках которой вот уже четверть века воспитывается все наше экономическое руководство. И начинать надо именно с отказа от этой теории. То есть, иными словами, получается, что бизнес вынужден уходить за рубеж для того, чтобы брать дешевые кредиты. Поэтому он вынужден уходить в том числе и в офшоры, в том числе и поэтому.
И, значит, получается, что все указания президента правительства о дешевизации экономики – это, в принципе, фикция, если мы не сменим экономическую теорию. Да, конечно. Указания президента правительству проистекают сейчас не столько из глубокого теоретического анализа, сколько из совершенно очевидных фактов состояния страны, но не будучи подкреплены таким анализом, они естественным образом натыкаются даже не на сопротивление, а на полное непонимание этих указаний теми, кто должен их исполнять. И, естественно, в таких условиях и требование деофшоризации обречено оставаться благим пожеланием, и требование развития инфраструктурных проектов тоже натыкаются на полное непонимание правительством того, зачем вообще нужна инфраструктура в хозяйстве. И так далее, и так далее. Я уж не говорю о том, что в рамках той же экономической теории здравоохранение и образование считаются частью сферы услуг и, соответственно, преобразуются согласно нормативам этой сферы. Тогда как на самом деле здравоохранение и образование – это производство средств производства, причем главного средства производства – самого человека. И если подходить к ним с производственной логикой, становится понятно, что вся программа реформ, разработанная в свое время Высшей школой экономики, опять же, на основе либертарианской экономической теории, это фактически разрушение жизненно важной сферы нашего хозяйства и подрыв опор для будущего развития страны. Но, повторяю, это очевидно, если понимаешь, что речь идет о производстве средств производства, а вот если считать это сферой услуг, тогда эти реформы вполне разумны. Услуг заслуживает только тот, кто может за них заплатить. А то, что завтра это обернется разрушением всего хозяйства страны, так сильно ли волнует парикмахера то, что прическа, которую он сегодня сделал, завтра уже растреплется. Для него это даже лучше. Завтра он получит новые деньги за новую прическу. Вот вам логика сферы услуг. В общем, уважаемые предприниматели, есть крутые модели взаимодействия с государством, возможность
фундаментного участия в хозяйственной деятельности нового государства Новороссии. То есть вот наше предложение заключается в том, чтобы начать создавать новые исключительные имущественные права между физическими лицами российскими, государственными учреждениями России и казенным предприятием, управляющим активом Новороссии. То есть Новороссии, новому государству. Позитивное явление? Позитивное. В любом, ну, вот как ни крути. Вот, и эту деятельность поставить, как сказать, на поток, в серию. То есть создать источник инкубирования, инкубатор. То есть родильный орган, который будет создавать позитивно, создавать для государства, она создает товарную массу. Эта товарная масса может быть использована в других национальных экономиках как следствие, как производство. Новороссия как правообладатель, один из правообладателей имеет доход с этого. Это справедливо. Патенты вообще справедливое решение. Его стали иначе толковать. Его начали толковать как запрет. На самом деле это привилегия, государственная привилегия. Причем очень справедливая привилегия, когда человек мыслит позитивно, через этот позитивный образ ему передается решение, какие-то технические решения. То есть он изобретатель, он изобретает. То есть через него проводятся позитивные информации. Позитивно, потому что она строится. Что бы она ни строилась, она строится. То есть это некий источник, из которого бьет родничок. Родничок бьет. Сам процесс. А родничок откуда? Из Нави. То есть вот оно триединство. Откуда? Оттуда!